Jeep. Так, ну вот эту крышу чип вчера два раза лазил, снимала сбоку, теперь сзади сетку поставила, чтобы он не лазил. Да вот я тебе сейчас немножко обзор сниму заднего части участка. И это я все сама делала. И камни устанавливала, все. Сама на террасе с мужем все делали. Так, вот. Немножко здесь чип любит спать, вот у него еще одна запасная тарелка на улице стоит, одна дома, одна на улице стоит. Тут вот он любит спать, вот почему-то он на вот этом стуле он спит. Это его самое любимое место, где он спит. Так, у нас ящик из-под ежика еще стоит. Сейчас надо ящик из-под ежика убрать. И это вот такие розы. Опять скоро зацветут все. Это любимая чиповская. Леопард чиповский, на котором он садится. Вот ежик лежит. Че лежит? Не знаю. Чип его атакует, бегает за ним. Это черепаха, на нее тоже он любит садиться. Некоторые цветы уже убрала, поэтому пустовато смотрится здесь. Вот так, вообще вот так. Многие уже цветы уходят сейчас. Это его любимое дерево, на которое он сейчас лазил. И это наши всякие. Эти я люблю. Перед потом, спереди тоже сниму как-нибудь. Тут еще одного этого не видно. Так, смотрится божья коровка. И тут малина. Еще малины много. Висит, надо собирать. И ягодки, да, вон целая куча малины. Так, участок